She was always running down at the people's address. Complicated issue, и I've had to deal with. Потому что мы сейчас ошибку себя нашли. Потом уже попробуем все равно. Завтра что будем делать? Завтра не знаю. Мы после английского. У нас на следующей неделе просто ужас. Спеллинг, пересказ, чтение, аудирование, что еще, письмо. У нас сегодня на физике подготовка к контрольной работе. Что все так орут? Что я знаю? Как решать вот это? Остальное я ничего не знаю. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей погасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я вот это вас ничем. Не помню дальше. Мне еще к стоматологу сегодня. Хай. Саня уже идти надо, а я час буду ждать в школе. Пока что посмотрю вебинар как раз. И поеду к стоматологу. Логично. У меня сегодня такая классная прическа. Держалась, я голодная, хотя в школе поела, опять же, очень странно. Купила булочку, потом иду к стоматологу. Я уже почти пришла. Такое все осеннее, листики попадали. Все шикарно. Ой, где волосы? Все шикарно. Фотографии окончательно сделали. И мне Салах пришлет изначально, как у меня было, до того, как подрезали десну, после того, как подрезали десну. Я, может быть, даже в это видео успею вставить, если нет, то в следующем покажу обязательно. Ну, а я топаю на автобус. Я умудрилась вступить в лужу. Да. Ой. Это Саня. Как-то странно свет выглядит на камере, мне не нравится вообще. Ну ладно, суть не в этом. Я, наконец-таки, время 7. Ну ладно, я пришла чуть раньше, наверное, минут 20 назад, больно, Денечка. Выложила видео, наконец-таки. Очень долго что-то его монтировала, выкладывала, хотя я типа думала, что справлюсь, управлюсь, поэтому, вероятно, опрос, который я устраивала в телеграм-канале, когда выкладывать видео, был напрасным, потому что в любом случае они будут выходить на следующий день днем. Сейчас мне надо, я распечатала, как это называется, скрипты.
Лирика Пушкина. Скрипт. А надо в нем проделать дырки. Я не знаю, где... А, я знаю, пишу. Хоба. Говорят, в бардаке ничего не найдешь. Нашла. Нужно сделать дырочки, чтобы я могла вставить в тетрадочку. Все логично, логично, да. И распечатала октябрьское расписание. Вот у нас еще вчера была, получается, лирика Пушкина, часть первая. Завтра будет лирика Пушкина, часть вторая. И в субботу уже дедлайн домашнего задания какого-то. Без понятия какого. Тут очень насыщенно. Евгений Онегин. Капитанская дочка, медный всадник. Цири, песня про купца Калашникова, герой нашего времени. А еще и лирика Лермонтова, две части. Что она хочет? Что ты хочешь? Воду, еду, что? Янтак, собака меня отвлекла, что я говорила? А, вот, расписание тоже распечатала себе. Ну, ладно, оно, по-моему, в открытом доступе есть. Или нет? Вот, это октябрь. И его тоже нужно будет вставить в тетрадку. Карандаш я забрала у Маши в целости, сохранности. Было бы странно, если бы он был бы развален на этой части. Разломан. Та-дам! Ну что ж, начинаем. Собака на заднем плане играет с мячиком, потому что я его пнула, чтобы я не наехала на него стулом, пока двигалась к столу. А вчера хотела поужинать, по-моему, но, по-моему, да, мама приготовила пюре с котлетками, ой, с котлетками, с курочкой. Поэтому поужинаю сегодня. Это все мне. Я не знаю, съем я это или нет, но я очень голодная. Поэтому, вероятно, съем. Ситуация такая. Мне завтра к третьему, поеду я к первому. У меня будет два урока до начала уроков. Я гений мысли. И я буду повторять все, что мне надо, получается, на этих двух уроках. А сейчас я буду спать. Да. Я почти доела помело. Я одну дольку не осилила. Очень вкусная, очень сладкая, очень сочная, очень вкусная, вообще шикарно. Ну и, я думаю, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До завтра.